Дорогие друзья, я много езжу по России, мне в разных регионах предлагают одно и то же. Я внес законопроект, чтобы выразить желание людей, которые мне об этом говорят. Что перед каждым посольством враждебной России страны, перед каждым ее консульством, перед каждым ее учреждением, вроде пресловутого Чешского дома в Москве, должна стоять битая военная техника, произведенная в этой стране. Чтобы мы помнили, что эти государства убивают наших сограждан, наших друзей, наших родителей, наших братьев, наших сестер. Убивают этой техникой. Убивают сознательно и целенаправленно. И чтобы сотруднички этих органов помнили, видели, что мы помним, кто они такие, что им не удастся нам обмануть, и что они будут уничтожены, как будет у них, как уже уничтожена эта военная техника. Вот там есть детали, разумеется, не везде есть для этого физическое место, где-то придется ставить стенды. В этом законопроекте там прописано взаимодействие разного рода ведомств. Я заложил туда закладочку, чтобы Министерство иностранных дел не смогло сказать, что, знаете, мы Соединенные Штаты признали недружественным государством, давайте не будем их обижать. Там есть предохранители против нашей пятой колонны, но этот законопроект я сейчас подготовил и сейчас я вношу. Так что посмотрим, как будет реагировать на него Единая Россия. А ваше мнение, стоит ли такой законопроект вносить, стоит ли обеспечивать такую наглядную агитацию, пожалуйста, выразите в комментариях под этим роликом, потому что ваше мнение для меня важно. Одно дело встречаться с активистами, а другое дело слушать мнение обычных людей.